Всем привет! Весна на Закарпатье в самом разгаре. Вот, смотрите, такие полянки сейчас. Одуванчики растут, сиреневые цветы, я не знаю, как они называются. Сейчас еще покажу, какие есть цветочки. Голубые. Так, вот такая травка, одуванчиков уже очень много. Вот полянка из одуванчиков. Одуванчики очень красивые, такие желтые-желтые. Начинаются одуванчики, вот смотрите. Такие вот голубые мелкие-мелкие цветочки. Голубые, белые, красивые. Вот они. Так, это, я так понимаю, пастушья сумка. Или как они называются, белые. Полянка. А тут все смесь. И одуванчики, и сиреневые, и белые, и желтые. Разные-разные цветочки. Так и хочется сесть на этой полянке. И просто посидеть. А тут прям такая, как горка альпийская. Вот. Красивое озеро. Так, иду, и вот белая невеста. Я называю невестой. Это красивые цветы. А у вас уже расцвели? У всех расцвели уже деревья, цветы? Напишите в комментариях.